Я Лепкан Владимир Анатольевич, отец трех мальчиков, 9, 5 и 7 лет. Меня зовут Лепкан Артем, мне 7 лет. Я учусь в 173-й школе и втором классе. Я занимаюсь на акробатике, мне нравится этот спорт. Я хочу достигать первых мест. И своим братьям я желаю тоже достигать первых мест. Меня зовут Лепкан Валерий. Я учусь в 173-й школе. Я занимаюсь в спортивном зале ЦСКА. Этот зал большой, красивый. Моя семья, я любимая, я ее люблю. Моя семья здоровая, счастливая. Они очень много времени, сил тратят на меня. Я очень всех люблю. Меня зовут Тимур Лепкан. И занимаюсь тренировкой. Сегодня у нас будут проходить соревнования в Центральном спортивном клубе армии, где дети будут сдавать на разряд по спортивной акробатике. Я люблю акробатику, потому что в ней есть любимые мои элементы. Рандат фляг, сальто вперед, переворот на две сальто. Рандат фляг – это колесо только с вальсетом. А фляг – это как мостик, только назад и очень быстро. Я решил пойти на акробатику, потому что у меня тренер супер хороший, второй тоже супер хороший. Они мне помогают во всем, они делают мне только добро. Меня зовут Анастасия Николаевна Мохова. Я мастер спорта по спортивной акробатике. Моя рабочая деятельность тренерская уже более 17 лет. Тренирую я детей, начиная с маленьких, самых маленьких разрядов, с 4 лет и старше, с 17, 18, 19 лет. Сегодня у нас второй день чемпионата города Киева, ЦСКА ЗСУ по спортивной акробатике. Дети принимают участие с самых маленьких разрядов, с 3-го юношеского и заканчивая кандидатами мастера спорта. Ученики – замечательные дети, я возлагаю на них большие надежды. Этими соревнованиями мы проводим и отбор на спортивные сборы, которые проходят в разных странах Европы и в Украине. Также мы проводим сейчас отбор для чемпионата Украины, в котором будут показаны результаты для чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Принимают участие разные категории дети. Также принимают участие замечательные ученики Лепканы, Лепкан Тимур и Лепкан Артем, которые выполняют определенные разряды. Я надеюсь, что сегодняшний день пройдет замечательно, и ребята покажут самые лучшие результаты. Каховская Елена Владимировна, заслуженный тренер Украины, мастер спорта международного класса. В конце каждого года мы проводим соревнования, которые рассматриваем самых маленьких, и юношеские разряды, взрослые разряды, для подготовки к чемпионату города Киева, к чемпионату Украины. И дай бог, может быть, кто-то из них, из тех, кто сегодня участвует в этих соревнованиях, мы обязательно будем готовить к чемпионатам мира и Европы. Есть много составов, которые, наверное, перспективные, наверное, проявляют очень много старания. Это пара Лепкана Артема, пара Казинца, женские составы, смешанные составы. Ребята тренируются почти каждый день. И все свое свободное время отдают занятиям в спортивной акробатике. Мы надеемся, что начиная с таких маленьких соревнований, они пройдут свой путь спортсмена. И, может быть, когда-нибудь мы увидим их на чемпионате мира. Я люблю растягиваться, потому что мне растягивают мышцы, и я лучше сижу на шпагате. Моего брата зовут Валера. Он ходит на гимнастику. Ему 9 лет. Он любит гимнастику, хочет ходить. Я хочу пожелать моим братьям, чтобы они хорошо выступили и первое место заняли. И я хочу, чтобы Валера тоже занял первое место. Я гимнаст. Мои братья сегодня будут выступать. И я хочу, чтобы они сдали на свой разряд и заняли первое место. Наша семья самая лучшая и спортивная.
Я тоже переживаю, потому что я в субботу буду тоже выступать. И я буду болеть за себя, за моих братьев и за нашу семью. На современном этапе построение сильного государства возможно только лишь при условии построения сильной и здоровой нации. Акробатика и гимнастика являются очень важными составляющими того, чтобы дети чувствовали себя прекрасно в любых жизненных условиях. Гармония фигуры, баланс силы, ума, души и тела – это то, что дает акробатика и гимнастика. Сегодня дети возраста 5, 6 и 7 лет будут сдавать на разряд, выполняя упражнения в паре. Вчера проходили соревнования в одиночном разряде, сегодня в парном. После этого будет происходить оценивание, и судьи будут предоставлять либо же награды, либо тем, кто набрал высокие баллы, предоставляется разряд второй, третий, юношеский. В субботу нас ждет более увлекательная программа по спортивной гимнастике, где дети будут демонстрировать свои способности на снарядах, брусьях, перекладина, конь и другие снаряды. Гимнастика отличается от акробатики тем, что требует больших усилий, прежде всего выносливости, физической устойчивости. Я сегодня занял третье, я почетное призовое место. Я старался, я выводился, получал хорошие оценки и занял третье место. Мои братья, вот они, красивые, они меня поддерживали. Они держали за меня кулаки. Я их очень сильно люблю. И родители, которые тратят силы, время на меня. Я люблю свою семью очень сильно. Спорт на сегодняшний момент представляет собой ту основу, благодаря которой формируется и закаляется характер, формируются целеустремленные личности, без которых построение сильного, процветающего государства невозможно. С вами был Владимир Липкан.